Всемирно известный скульптор Дашин Амдаков стал заслуженным художником России. Указ о присвоении мастеру высокого звания подписал президент Владимир Путин. Дашин Амдаков – уроженец Читинской области, российский скульптор, художник, график, дизайнер, ювелир, народный художник Бурятии и почетный академик Академии искусства во Флоренции. Его работы хранятся в фондах Питерского Эрмитажа, Московского музея современного искусства, а также в самых престижных галереях и экспозиционных многих экспозициях многих стран. В Иркутске первая персональная выставка Дашина Амдакова прошла в 2000 году. Его работы в технике художественного литья и ковки выполнены из бронзы, серебра, золота, меди, драгоценных камней и натуральных природных материалов.